Всем привет-привет! Вы на канале Вот ГСН, и у меня крайне-крайне коротенькое видео. Мне прилетел подарочек от моего соклановца и моего преданного зрителя Артема 5049. Спасибо, Артемчик, тебе огромное за подарочек. Открываем, смотрим, что внутри. Единственное, что Артем мне написал по поводу того, что подарочек прилетит. Я же ему написал по поводу того, чтобы это не был пропуск, потому что пропуск у меня есть на Battle Pass этого месяца. Ну а значит, там пропуска точно нет. Что там? Сейчас будем смотреть вместе. Ну что, открываем. Смотрим, я в таком нервном ожидании. Офигеть, спасибо большое, просто супер. Огромная благодарочка. 780 киткоинов, которые мне помогут на основе прокачивать машинки. Есть французский контейнер, который мы откроем прямо сейчас. Бустерочки. Есть FCM 36 пак 40. У меня данная машина в коллекции есть, и значит, за нее я получаю компенсацию голдой. Забираем это все. Огромное спасибо. Ну и что? Открываем французский контейнер. Вообще, я чувак не фартовый. Из французских контейнеров не ожидаю что-либо получить. Ровно как из каких-либо других, потому что за 8 лет из платных контов мне выпала всего одна машина. Грусть, тоска неимоверная. Ну что, открываем, смотрим, что внутри. Пальцы крестиком. Неужели премиумная машина? Ну давай! Нет, друзья мои, к сожалению, према нет, не дали прям танчик никакой, но в любом случае у меня есть X5, у меня есть сертификаты на свободку и есть бустерочки, пускай даже самые слабенькие, но зато они у меня есть и они помогут мне прокачиваться. Артемка, огромное тебе спасибо за все. Что это такое? Время на выполнение один день. А, там еще был, оказывается, приказ, и мне необходимо сделать 10 побед для того, чтобы открыть данный контейнер. Я не знаю, успею или не успею сделать 10 побед, но в любом случае, если у меня это получится, видос открытия конкретно данного конта сделаю обязательно. На данный момент у меня все. Всем благ, всего хорошего, мира, друзья мои, и обязательно спокойствия. Пока-пока!